Всем привет, дорогие зрители, подписчики наших каналов. С вами снова мы, Артур, Артём и Максим. Привет всем. Всем здрасте. Я хотел сказать Артур, Артём и я Максим. Какого хрена я Максим? Короче, мы продолжаем проходить. Максим. Мы продолжаем проходить чужих. Следующая миссия у нас что там? Бастион. Судя по картинке, там все плохо. А мы, судя по картинке, попадаем сейчас на прометейский корабль все-таки. Я бы хотел. Попадаем сейчас на все. Все, мы попадаем на. Вот. А кто-нибудь помнит управление на клавомыш? Я его не знаю, я ни разу не играл на клавомыш. Блин, я сейчас буду похоже. Я понял. Это Уинтер, направляется освобождать заложника. Я просто на клавомыши решил поиграть. Понял. По нашим данным, ВИЮ держит его в изоляционном модуле в противоположной части комплекса. Выручайте морпеха. ВИЮ что-то там страдает, я смотрю, от этих кислотных парней. Да, бывает. Так, надо вспомнить, как менять оружие. Ага. Да. Окей, let's go. Нет, все-таки вот этот вот свиток X, он как-то маленькую картинку покраше делает. Я так и не поставил, даже как-то уже и, наверное, и плевать вообще. Да уже, да, 4 миссии что-то. Что-то произошло, черт побери. Господи, что-то произошло, прошли уже пол игры. Не знаю. Я не знаю. Нет, это не чужие. Нет. Так. Кажется, я знаю, что... Ой, нет, F это не то. Yes. Управление изучаю в конце игры. Да, так, ну Q это датчик движения. А как же фонарь? Все приседают. Вот. L. 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 Нет? Да, в. Я нашел запись. Запись? Что, ух ты. Я пойду к тебе. Элам. Элам. Но нам удалось вырастить королеву. Вырастить королеву. Ненавижу мигающий свет. Я ненавижу королеву ксеноморфов. Я ненавижу всех. Господи. Господи, что-то не так пошло. Что же это могло быть? Все как всегда. Он там, как обычно, упорол, наверное, вперед уже до конца игру прошел. Наверное. Вейланд Ютани. Building Better Worlds. My English is very good. Как там этот Александр Невский School? Are you laughing at me? Fuck you! Так, я один лифте, да? Подожди, у нас, кстати, говорит... А, это пар. О! Видишь? Вы это видите? Так точно, Уинтер, сверху. Да не туда смотришь. Что это? О, офигеть. Офигеть. Это геморрой. О, Нил, повтори. Как ты сказал? Я только в шараш, что ли? Ну, яйца. Наверное. Освобождается? Дай, посмотри, дай. Нифига. Ребята, это не добру. У меня сжался. Вылетел. Сфинктер. Я надеялся, что ты это не скажешь. Капец, вы упали. Ладно, называем. Нано. Годзилла проснулась. Офигеть. Ребята. Пандос. Ты посмотри, тут кишки летают кругом. О, она сейчас выйдет, по-моему, нет? Да. Весьма. Да, хватит. Давайте валить отсюда. То есть еще какая этот. Ой, она вышла, вот она. Не, она не вышла, подожди, но уже окно разбил. Она передумала просто. Посмотрела на Унила. Говорит, нет, я лучше тут посижу. Так, а там у нас что? Неважно. Черт отсюда. Я не хочу с ней встречаться. Почему? Почему не хочешь? Ну, мне нравится другая. С ней встречаться я не хочу. Найти, освободить пленного морпеха. Кто не следил за сюжетом? Что за пленный морпех? И почему мы должны его освободить? Потому что дверь заела. Так, простите, у меня что-то с управлением. У меня он смотрит в пол. А, у меня геймпад, понятно. Кто закрыл дверь? Я. Нет, не я. Ну ладно. Как открыть-то? Ну... Окей. Аут. У нас сегодня очень такое содержательное прохождение. Ну, какая игра. Ну да.
Гад из моей звезды. Далеко не первый, я думаю. Так. О, ребята. Сейчас, сейчас все будет. Что случилось? Кто-то убил? Come on, get up, soldier. Ой. Там еще шевелится. Они там между собой неплохо тоже. Ну да. Короче. Короче, бери геймпад и все. Да не, у меня нормально тоже. Да блин. Хватит, хватит, пожалуйста. К вам идут? К нам, да. Окей. Вот там. А, это у них, я думаю, там враг с этим, со смарт-гадом. Ба! Говёный взрыв. Собираем. Собираем все. Кто там? Это не собирает. Так, ну кто там с геймпадом попадет? Ой, господи, с кого мышью попадите у него. Да он перемещается, а у меня нет оптического... А, у меня же есть оптический прицел, точно. Все. Не могу, потому что... Я попал. Попал. Ну ты попал. Мудацкий российский монтаж. Нет. Половина народа, наверное, не понимает. Это все Bad Comedian. Да, что-то как-то... Это он виноват. Да, он испортил наши комментарии. Наши умы. Так, смотри, опять лист. Они прикольно прыгают, кстати говоря. Скачут. Кстати, посмотрим. Разброс какой-то этой пушки совершенно дикий. Надо бы с нее снять глушитель. Без нее, по-моему, было лучше. Я просто не понимаю, зачем он тут вообще. Ну да. Чтобы никто не услышал, что это я их убил. Такие, а, меня убил викинг. Понятно. А на самом деле я. Просто не слышал. А я куда-то спрятался. Взят. А вы там воюете. Я тут собираю всякие штуки. Ох, как тут темно. Это хорошо. Ой, тихо. Блин, да откуда уберет? Все, вот. Не, ну вот согласитесь, вот то, что было там в двух миссиях, где мы... Ну так и вот атмосферные пары миссий была. Четвертая, пятая, да. Да. Самые классные. А потом опять эти двойные плетания. На какой черт вообще? Делать из игры такой снулый шутер. Да вот, вопрос, конечно, интересный, но... Все равно как бы игра лишена таких моментов прикольных, атмосферных, но их да. Очень мало. Не знаю, лично для меня вот это вот, когда мы от слепых чужих ходили, да, когда было... впервые прибыли на ЛВ, для меня окупило, потому что я фанат. Да, вот это единственное, что запомнилось, ну, собственно, да. Из всей игры. Все, что запомнилось. Потому что до этого все это видели. Господи, что ты пугаешь меня? Ой. Там тяжелый дядька. Сегодня идет. Явно не день Бекхэма. Ты умер, что ли? Ага, какие-то бочки взорвались. А, бочки взорвались. Не день Бекхэма сегодня. Так, это плохо. Нормально. Ты еще сейчас придешь в себя, я думаю. Я не... Да япона мать, ну смотри, где ты наверное. Эти бегут. Да, офигеть. Такая картина, я лицезрел. Бежит боец Вейлен Титани так медленно-медленно. За ним с такой шкалевой анимацией бежит чужой. Его как догонял ты, бред. Да. Как бы пусть весь мир подождет. Вейлен Титани. И пусть весь мир подождет. Да, ты посмотри. Музыка из Макдональдса. Да. Как там в итоге Walmart купил этого Вейлена Титани? Walmart? Ну, в фильме в четвертой части оказывается, что когда она банкротилась, я купил сеть супермаркетов этого Вейлена Титани. Все, я всех убил. Это я всех убил. Не-не-не. Да я. Это предыдущей серии ты такой. Я. Я. Все я. И. Так, а здесь я. Ой, пардон. Как это?
непрофессионально. Все, запорол. Снимаем да. сначала. Нет, ты смотри, это корабль. Это корабль. Да и понимай, сколько можно вообще? А вот уже, видишь, за забором, уже вот-вот. Так, я вообще аптечку хочу найти. У меня одно деление здоровья осталось. Фух, как он шипит противно. У него мозг потек. У меня? Не у тебя. Да, нет. У меня потек после этого видео. А, после того? Натурально потек. Как он называется-то? Нам посоветовать зрителям посмотреть. Нет. Все же любят японские видео. В общем, замес такой. Сидит какой-то мужчина, прикрывает голую грудь. Ну, японское видео, да. И там... Ему говорит, покажи, он говорит, я стесняюсь. Говорит, ну покажи. Он убирает руки, и там... И там, да. А, короче, оно называется Weirdest Video You Will Ever Seen. Гарантит, вот так оно называется. Самое странное видео, которое вы когда-либо видели. Да, короче, потом у него там какие-то то ли пенисы вместо сосков. Я не знаю. Да, потом, короче, начинается у него снизу из стула вылезает. Что у него вылезает из стула? Нечто, я не хочу знать. Я не буду это описывать. Потому что опять 21 рейтинг надо выставить. Да, короче, кому надо, он к Даше на странице ВКонтакте зайдут и посмотрят. Да. Почему так наше? Чего мне интересно? Вот, кошмар, потому что такое дерьмо только мы находим. Ты посмотри, а мы тем временем заходим в корабль прометейцев. Круто. Вот он тот самый вход. Смотри. Подожди, это неправильный вход. А, это тот самый? Он похож на тот. Ну, вот он просто другой. Тут уже его сделали из него нормальный. Понятно. О, тут надо медленно идти, короче. Я не могу медленно идти. А, ну да. Ты ж склала мыши. Я иду медленно. Иди эпично. Иду эпично. А я буду вообще с датчиком движения, как крутой пацан. О, Нил, как обычно, так убежал. Офигеть. Да, это круто. Вот он тот момент, которого мы все так ждали. Я не ждал. А, не ждал, да, блин. Блин. Хорошо, а ты ждешь сейчас? Сейчас. Сейчас тоже. Даже сейчас. Что там, опечатано полиции? Какой полиции? Видишь, убийство там произошло. Копы такие. Не на что смотреть, сэр, проходите. Да-да-да. Корабле прометейцев. Ну да. Прикольно тут у них. Да, неплохо так живут. Карантинная зона, там похоже все плохо. Ого, это что, тот самый зал? Да, офигеть. А снизу изъяли все яйца, а вон несколько стоит. Блин, опять эти пришли. Ненавижу. Да ладно, размотай. Вывести зародыш? Они там вообще фонарили, что ли? Постарайтесь не погибнуть и вытащите морпеха. С Вью потом разберемся. Окей. Ладно, хорошо. Новая аудиозапись найден. А, это опять, конечно, Макс нашел, как всегда. Пока народ воюет. Ну, вы там развлекайтесь, я слышу. Нет, я тоже хочу сюда. Так, а убивать всех опять я буду, да? Ну, ты у нас самый безмозглый и здоровый. Я просто после установки SweetFX в этой темноте вообще ничего не вижу. Она устанавливает каких-то патчей. Под кодом названием Исток? Ну да. Настроум. 50 лет прошло уже. Я бы сказал вам, что вы сволочи эксплуататоры, и что из-за
А, ну то есть 50 лет же прошло с момента, как там Рипли в космосе трифовала, ее нашли. Ну да. То есть она Строма. Подожди, 50? Там, по-моему, да. Что? Ну, там 57 или? Да, что-то порядка 57 years, по-моему, не знаю, у меня в переводе было 50. У тебя корявый был, нехороший перевод. Возможно. Запиши, пожалуйста. Хорошо. Только английский или Пучков. Это Пучков на английском. Или английский Пучков. Ох, вот это мы их покосили. Да. Как в крутом боевике. Нет, не в крутом. Так себе. Категории Б. Так, что ты подобрал? Патроны. Патроны? Патроны. Патроны. Смотри, еще бегут. Смотрю. А, у меня же огнемет. Пойду познакомлю их с своей новой пушкой. Say hello to my little friend. Хорошо. Гори, гори, ясно, чтобы не... Подвиньте свою ёлку палку, нет, нехорошо. Нет. Ничего себе. У него прикрой меня своим туловом. Я упал. Господа, я не откажусь, если кто-нибудь протянет мне руку помощи. Нет. Подними, у меня мало здоровья, тоже учусь что-то. Ой-ой-ой, нифига, это не наш был. Прикольно. Да сколько там подымать буду? Сколько, сколько, много, мало, неважно. Главное, пошли вперед, потому что они, наверное, лезть будут бесконечно, я чувствую. Возможно. Иди вперед. Проверю посты. Мы проверим посты, да. Операция «Черный щит». Смотри, блин, тут офигеть просто эти просторы, конечно. Не, там круто. А там еще внизу какие-то... А, ну так и есть, как в фильме. То есть такие типа лазерных лучей покрывают поверхность. Типа стазис. Такой. Типа стазис какого-то, да. Сколько там лет оно пролежало? Несколько миллионов, наверное. Да, там офигеть. Не надо, пожалуйста, стазис портить. Так, ладно. O'Neill is waiting for us, comrades. Soviet Russia. Soviet Russia. O'Neill is waiting for us. Вот кнопка нашел. Ура! In Soviet Russia, not you waiting, O'Neill. Да-да-да. O'Neill waiting for you. Так, тан-тан. Ой, блин, я так поворачиваюсь. Тут рожа О'Нил крупным планом. Это было страшно. Такое увидеть, это конечно. Самый страшный монстр просто в игре. О'Нил. В игре. Круто. Так, ну, кстати, говорили, знаете, что, что если мы Жаке увидим, а мы его, я думаю, увидим. Ну, Жаке это тот самый водитель окаменевший, из груди которого вырвался чужой. Помните, нашли в Настроме. Если ему в голову постреляете определенное время, то что-то интересное произойдет. Давайте мы так и поступим. Минут 20. Возможно. Давай. Может, обманули, как обычно. Ну, они просто хотят посмотреть, как мы будем полчаса сидеть для... Серию продлить. Как эти придурки хотят. Будут втыкать. Одним наемником меньше. Одним наемником меньше, сказал он, убив двоих. Что плохо просто. Что ты несешь? Ура, новое звание. Че это тебе удали? Это же я его убил. Ну и что? Да, звание-то. Кого-то кто-то убивает, кто-то звание получает. Блад. Да? И фистла. Вот оно. Че-то он какой-то большой, нет? Говорит, не твой бог. А чей? Атмосфера. Ой, ой, ой. Это что? Что это за дерьмо полетело? Это прометейский корабль летал и стрелял. А он еще один. Это что за Star Trek? Нет, это что-то похожее. Короче, это Паскалка, я так понимаю, да? Да, там вот такая тарелка летающая. Ну, прикольно. Ну... Нет, вообще-то. Полный бред. По крайней мере, мы теперь знаем, как стреляют прометейские корабли. Ужасно. С плохими спецэффектами. Да, блин. Короче, вы просили, мы сделали. Это... Не, ну само по себе, конечно, вот там попёр, Лёша, само по себе локация прикольная, прям такой супер игровая.
любителей серии. Но что-то как-то эмоций вообще ноль. Просто эпичная битва такая. Здесь с Вейлом Титани перестрелка идет, а сверху маленький звездолёт. Ох, что-то нехорошо как-то. Да, прижали. Почему я в самом заду и я упал? Наверное, потому что я в самом заду. Блин. Сейчас тебя тоже уронит, походу. Нет, я сейчас всех сделаю. Может и нет. Все, отвалился. Блин. А, окей, я кинул по себе свою же гранату. Бывает. Нет, я жив. А, это унил. Окей. Я думаю, в кого он стреляет? Унил такой. Ладно. Такой. Думаю, нормально. Да, ну, бесит меня этот кораблик уже. Надо уходить. Да там опять вот эти гитарные части. Здравствуйте. Все, я пришел, убил. Что там? С чем это ты? Не знаю. Там что-то живой, что ли, есть? Ой, у меня патронов мало, если чё. Знаешь, почему я спал? Ай-яй-яй-яй. Так, аптека. Аптека — это хорошо. Так, а тут что? Да, посмотрим. Может, распилить можно? Нет, ничего только, нет. Только запилить. Why on you? Open the door. Окей. The door. А я закрою ее, чтобы сзади никто не прошел. Освободить пленного морпеха, господи. Бронемашина. Сможете перехватить? Нет. Нет. Как? Я бы начал с выстрелов. А, кстати, голос убежит, прикольный. Нет. Да. У меня прикольный. У тебя, конечно, у тебя Лэнс Хенриксон, у нас какой-то упоротый актер озвучки. Лэнс Хенриксон, крутой актер. Да. Как они снимали вторую часть? Там половина съемочной бригады была англичане, половина американцы. И он просто материл англичан. Мы, говорит, снимаем как? От рассвета до заката. И они, говорят, сначала попьют чай, через полчаса второй чай. Потом обед, им нужно уйти на лонч, там, короче, да, потом да, полдник. Да. И потом, говорит, я просто пришел к кому-то там, типа, схватил его за грудки, поставил к стенке, сказал, если тебя выбьет дерьмо, все, ты с ним будешь работать. Короче, очень недовольно, тяжело у них шло. Так, ну блин, такой огромный корабль, вот это и все. То есть мы побыли в тех местах, где вот это по фильму там показали кусочки, смогли бы еще что-нибудь придумать. Ну что за... Зато тут полно народов, это интереснее, чем ходить по кораблю прометейцев. Конечно. Перестрелки здесь великолепны, так что радуйся жизни. Я рад. О, ух ты, это было круто. Я куда-то пришел. Сюда не надо, походу. Я парить уже, ну... О, так брызнул. Хорошо. Куда ты пришел там? О, хрен. Как можно вообще туда попасть? Мультипас. Окей. Мультипаспорт. That is impossible. I am not impossible. Impossible. Inevitable. Надо будет попробовать мультиплеер и побегать. Там есть режим такой, когда там морпихам надо пробиваться дальше. Постоянно. От точки А, точки Б. Ага. Они хорошие. А! Хотя ты все есть. Это не наш, никто не меня отоварит. Да, я думаю, что с ним не убежишь, с того пошел. Я мало того унил. Тебя вообще убило, что ли? Да. Бре. А в мультиплеере есть этот возможность играть за чужих? Да. Да, есть. Но там мне, в принципе, только два режима понравилось. Там удерживать точку, типа. Ну, там можно себе двери заваривать, баррикадироваться по-всякому. Угу. Вот. И вот это прохождение, там надо типа пройти. Волны там опять, да? Ну, там не волны, а там именно люди живые тебя хотят скушать. Вот. Там четыре человека проходят. То есть они там тоже должны двери открывать, под за собой заваривать.
Да-да-да, я понял. Мультиплеер. А чужие по стенам могут бегать? Могут, только криво. Ну, вот и все криво. Они, в принципе, по земле не очень ровно бегают. Ну да. Во, это же та самая машинка, которая там Ньют с своими родителями. Ну, не факт, что та самая, просто ну, такая не же. Та самая, но такая же, да. Не порти, пожалуйста, детские мечты. Нет, это та же самая, понял. Это та же самая. Конечно. Нет, ну вообще-то да, потому что, наверное. И мы уже полчаса, кстати говоря, кружим вокруг входа. Идите уже куда-нибудь, пожалуйста. Нет. Я хочу возродиться. Не хочу. С пепла. Не хочу. Не хочу. Нет, сразу видно, у меня нету все, то есть... Да. Бессмысленно, да. Блуждание да. Какими-то занимаются. Да. Все, я вернусь. Бессмысленный и мертвый свет. Ой. Нет, тут нету. Интересно, это кто закрыл дверь? А я перезаряжался, а дверь закрылась. Ладно, присоединяйся. А, ты живой, что ли? Бары? Конечно. Я думал, все лавры мне достанутся. Да, сейчас. Тут у нас миньон пришел. Блин, кто закрывает дверь? Да, блин, я хочу перезаряжаться его возле дверей постоянно. Фу, на геймпаде играть. Все кнопки, вернее, все действия на одной кнопке. Вы, кстати, видели этот уродливый геймпад от PlayStation 3? Видел. Почему он уродливый? Не знаю, почему он уродливый. У меня нормально. Я не понял саму консоль, что она из себя. Я как глянул, что за коробки какие-то. Вот он! Какая-то она несуразная. Ну, саму консоль-то пока еще не показали. О, смотри, по башке морпеху дали. Морпеху? Да, нашему. Которого мы, собственно, идем спасать, как оказалось. А, вот он сидит. А кто он такой? Я без понятия. Но мы идем его спасать, это самое главное. Да. Морпехи своих не бросают, даже если не знают. Своих? Какой пацан? Кто это вообще? Fucking cockroaches. Fucking. Здрасте. Память уже. Блин, я хочу эту машину у них отжать. Прикольно падает. Трекдол просто как в Crysis 3 примерно. Нет. Даже лучше. Сулако, может даже и выше. Да. Морпех. У него даже имени. Это просто морпех. Мы сможем убраться с планеты. Эй! Сулако! Сулако? Может это его имя морпех? Написано Марина. Как он лег? Так Марина. Да, у меня написано Марина. Марине. Знал про этого предателя до того, как дал нам это задание. Наверное. Да вроде нет. Чем мы говорим вообще там сюжет? После сегодняшнего видео я в принципе ни в чем не удивлюсь. Вот, это теперь наш броневик. И мы его дуем. Хорошо. Почему они до сих пор не сняли ему маску? А там у него этот такой шар во рту вставлен, знаешь, типа. Как в криминальном чтении. Полегче. Вы ведь заранее знали про список. Нет. Вы все равно туда. Это мы его спасали. И вы знали, что наше командование. В любом случае погибнет. Это Бишоп. И ты это знал. Но, сынок, все демоны ада не остановили. Внимание к деталям. Вы все равно попытались в сюжет сделать. Че это за чувак? Это Унил. Мы только что рисковали жизнью, чтобы это вытащить я. Этого парня из комплекса Вэйю. Представим, что никакого вранья не было. Какой черт вам понадобился этот морпех? Что произошло на Сулако? Скажите нам правду. Они так и не сняли. Сними ты этот мешок у него с головы. Да, кстати. Полчаса прошло. Who the hell is that? Это интересно. И? А, это блин, Хиггс. Хиггс, да. Ну и что это за хрен? У меня первая мысль тоже такая была. Хиггс. Я капрал Хиггс с корабля Сулака. Люди в Вейланд Ютоне несколько месяцев выбивали. Кто его озвучит? Интересовало все, что я... Ведьмак. Да, блин, я имею в оригинале. Не знаю, мужик какой-то. Ну этот, как его? Да я по голосу. Майкл Бен? Может. Скорее всего. Я не уверен. 14 недель назад. По-моему, он. Мы прибыли сюда, перехватили. Возможно. Сигнал бедствия. Немного похоже даже. Чуть-чуть. Какую информацию вы им передали?
А, то есть он и на английском, и на русском тоже он, да? Капитан, кого мы сюда привели? Мы слишком поздно узнали про Хиггса, слишком поздно. И кроме того, я был уверен, что ваши шансы на выживание 0,1. Мне жаль, что так вышло с Беллой, честно. Но в ИЮ здесь стоит сверхсветовой корабль. А у меня на этой проклятой планете сотня морпехов. И мой долг вытащить их отсюда любой ценой! Тогда торопитесь, сэр. Корабль скоро улетает, уже не вернется. Вам известно расписание? Мне известно только. Сэр, сюда с боем пробиваются две группы морпехов. Что? В Надежде Хадли направляются более сотни ксенов. Нормально. Ксенов принцессов воинов? Не, вообще, вот это вот то, что сейчас произошло, это хорошо или плохо? Ну, конечно, хорошо. Хиггса спасли. Что может быть лучше? Нет, просто я думал, что в фильме он ему вроде как там глаз обожгло. Тут кислотой. Ну, шрам вообще-то, ты ж видел, нет? Ну, там, там на шрамик не тянуло, там как бы. Там чуть-чуть, так знаешь, и за две недели это затянулось у него, прикинь. То есть две недели. Ну, да. Конечно! Ну, короче говоря, следующая серия у нас будет «Луч надежды» в «Надежде Хадли». Блин. Как там? Безнадега в надежде. Безнадега полная, как бы там они ни говорили. Вот это поворот. Полная. Да, ну что, давайте прощаться. В принципе, Биси была отстойной, и даже корабль прометейцев в итоге оказался полной лажей. Как нет, все ну вот те кораблики, которые сверху летали, они, в принципе, были ничего. Ну и да, задавали вообще. Вытащили. Нет. Ну, короче говоря, увидимся. С вами были Макс, Артём, Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока. До свидания.